Добрый день, ОС. Сейчас я буду отвечать на все ваши вопросы. И хочется поблагодарить за такие классные вопросы. На самом деле они очень полезны и очень многим помогут. Расскажите ваш график тренировок, моменты подготовки к чемпионатам мира. К чемпионату мира были... В моей жизни было 4, и каждая из них была отдельная подготовка. Для меня самое главное было это подготовить, как говорится, свои конечности, чтобы они были крепкими, набитыми, и также психологическая подготовка, потому что я изучала каждый раз своих соперниц, смотрела их бои, обдумывала план действий, что я буду с ними предпринимать. Также готовила, нарабатывала определенные серии ударов, которые бы подходили к той или иной сопернице, потому что существуют разные школы, как в России, так и в мире, которые чем-то лучше, чем-то хуже, и каждый раз нужно быть готовым к тем или иным условиям. И то, что была такая плодотворная работа, как говорится, встаешь, работаешь, ложишься с мыслью о том, как ты наработал определенный объем, и когда этот объем набирается, ты понимаешь, что почему бы не выиграть чемпионат? Потому что объем есть, тренировочная база есть, подготовка есть. Все, что нужно, это просто выйти на татами и выиграть. Главное – поверить в себя, поверить в тех людей, которые стоят с тобой рядом, поддерживают тебя, и все получится. Так что я желаю всего самого хорошего, самого доброго всем ОС!